Это месяц июнь в Сочи. Все благоухает, зелень еще нежного цвета. Вечереет, как обычно, я иду на Теренкур. Сегодня не солнечно. Ну, вообще в Сочи в июне месяце не бывает такого, знаете, чтобы было не солнечно. В течение дня все равно, если даже идет дождик, выйдет солнце. Не бывает такого, чтобы целый день лил дождь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто был на Теренкуре, кому здесь понравилось и почему. Я неоднократно всегда говорю, что Теренкур – это место спасения от жары, это место, где, конечно же, можно погулять, подумать, подышать свежим воздухом. С одной стороны лес, туда выше курортный проспект, с другой стороны море. Вон, видите, такая полосочка еле заметная. Детки бегают. С родителями гуляют прекрасно. У меня даже на Теренкуре есть любимые места свои, где я люблю прогуливаться. Я уверена, конечно, у каждого здесь найдется местечко, он даже для малявки маленькой. Видите, какая? Это что за порода у вас такая? Ой, как хорошо, когда маленький, так потискать, потискать хочется, потискать. И деток, и собачек. У моей дочери две собаки и две кошки. Ну, она, конечно, живет не в квартире. Вот. И собаки большие, очень алабаи, серьезные животные. Ну, она с раннего детства приучена к лошадям, большим крупным животным. Очень, очень красиво, Артур Павлович. Смотри, какая красота. Вот. И что хочу сказать, что животное — это не игрушка. Вот у дочери алабаи живут уже 13 лет. Все эти годы она за ними ухаживает и делает очень серьезно, подходит к этому вопросу. Конечно, она бы вырастила уже двоих детей. Вот, но пока мы вошкаемся с собаками. Ну, часто слышу от людей: забери мою кошку или забери мою собаку реже. Собак просто выкидывают на улицу, а кошек вроде как жалко. Ну, нет, животные — это очень серьезно. Особенно в современном мире. Это как член семьи уже. Ну, если ты берешь ответственность за животного, он живет с тобой в одном доме, ты должен понимать очень многие вещи: и за здоровьем смотреть за его, и за питанием и так далее. А взять кошку, выбросить ее, а еще хуже, так вообще
заморить голодом. Ну, в общем, история такая серьезная. Мы с вами уже идем 5 минут. Сейчас еще одно местечко покажу вам. Ай, вы его уже, скорее всего, видели. Но вот такой зелени был хлопающий. Я вот не была на Теренкуре, наверное, 2 недели. Я не видела. Очень все. Смотрите, какие зеленые коридоры. Ой, красота. Красота. Благодать. Разговаривают, слышите, птицы между собой. Черные, видите, какие тропиночки. Напишите мне в комментариях, кто знает, что это за ягода падает сверху. В Сочи растет. Ну вот, если не на дальнее расстояние, то обычно я вот дохожу до сюда. А здесь, знаете, вот кто пойдет, это от пляжа Заря до Мацесты. Здесь хвойные деревья стоят, вот они. И здесь аромат именно хвои, он очень целебный. Я, конечно, ну, не могу сюда не прийти всегда, каждый раз, когда хожу, гуляю по тропе Теренкур. Курортный проспект. Уже слышен, мы поднялись повыше. По мне, так очень благодатное место. Такое необычное. Длинное видео, скорее всего, вы его до конца не досмотрите. Ну, я обычно стараюсь поменьше видео делать, но здесь все так благоухает, такое все зеленое, такое все красивое. Даже не хочется камеру выпускать. Выключать. Ой, друзья, как же хорошо на Теренкуре. Обязательно, обязательно посетите Теренкур в Сочи. Ай, посмотрите, как красиво спускается вниз. Одна дорожка, другая, все вилистая, извилистая. Вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай, и зеленый попугай. Помните песню? Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке, можно в Африку прийти. Да, уж. Возвращаемся. Дорога домой навсегда быстрее. Всем хорошего дня!